Здравствуйте. Продолжаем на библейском портале «Экзегет» вчитывание книги Ветхого Завета, вот начиная с книги «Бытия», в контексте всей традиции ветхозаветной, включая и новозаветную. Потому что только в контексте всего этого опыта понимается по-настоящему та или другая книга, то или другое свидетельство откровения. Итак, мы читали первые строчки о сотворении мира и в завершении творения сотворен человек по образу и Божию. И это главное, о чем повествует первая глава книги «Бытия». О первых днях творения сказано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Обратимся теперь к строчкам о сотворении человека. Это книга «Бытия», первая глава, стихи 26-31. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуете над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким гадом, скотом, и над всей землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, все сие будет вам в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он сотворил, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестый». Итак, в совершенство приводится все творение с появлением в нем человека. Смысл творения в том состоит, что в нем присутствует человек. Присутствует перед лицом Божьим, как образ и подобие Бога. К этому своему предназначению человек важен для Бога всегда и после грехопадения. Библейские тексты о сотворении мира – это, как мы с вами уже обсуждали, не космологический трактат на уровне эпохи бронзы. Совершенно иначе, чем в древних мифах, пафос, так сказать, задание этого текста прочитывается. Он весь целенаправлен. Бог, в конце концов, печется о человеке, как о образе и подобии своем, и сопровождает его во все века жизни человеческой. То есть смысл повествования с самого начала – сотериологический смысл. То есть указывает на спасение, на предназначенную человеку полноту бытия, полноту богопознания, возрастание в богоподобии. Вот как можно объяснить геоцентризм библейского текста. То есть представление о том, что в центре мироздания – Земля. В центре мироздания – Земля постольку, поскольку она сотворена для человека. Тут речь идет не о физических представлениях, как это, скажем, могло быть у Птоломея, а речь идет о, так сказать, антропологическом принципе. Как говорил наш замечательный богослов Владимир Лоский, геоцентризм здесь не физический, а духовный. Земля духовно центральна, потому что она плоть человека, потому что человек есть существо центральное, то существо, которое объединяет в себе чувственное и сверхчувственное,
то есть материальное и ангельское. И потому с большей полнотой, чем ангелы, участвуют во всем строе земли и неба, в центре Вселенной бьется сердце человека. Вот что действительно верно, и ради чего сотворен мир, и почему подробности чисто астрофизические на самом деле не интересовали тех, кто его интересовал смысл творения. И у пророков, и в псалмах мы находим хваление Богу со сотворением мира для человека. Вот помните, его бы хорошо понять наизусть, 8-й псалом Давида. «Господи, Господи наш, как дивно имя Твое по всей земле, ибо величие Твое превознеслось выше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, чтобы погубить врага и мстителя. Когда я смотрю на небеса, дела Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты основал, то что такое человек, что Ты помнишь его, или сын человеческий, что посещаешь его? Малым чем Ты умалил его пред ангелами, славою и честью Ты увенчал его, поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его». Вот это важно. Мы можем задумываться о том, что такое богоподобие человека, чем выражается образ Божий в человеке, даже вот в нас, в падших существах. И вспоминаем тогда разум, духовную способность человека к творчеству, сотворить то, чего не было, способность человека к любви, к самоотвержению, духовные качества человека. Но а на чем акцентирует внимание текст Библии? На то, что Бог дал человеку власть, да владычествуют они, люди, то есть, над миром. И в этом главный признак богоподобия. Вот как интересно об этом сказано в книге «Премудрости» Соломона. Она, то есть премудрость, сохраняла первозданного отца мира. Отцом мира назван Адам, первозданный человек. Ну, с маленькой буквы, конечно, слово «отец». То есть попечитель, ответственный за весь мир. Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она давала ему силу владычествовать над всем. Не прочитывается ли тут некое предзнаменование того, что воплощенная премудрость Божия, Сын Божий, Господь Иисус Христос, печется о человеке, о возвращении его в общение с Богом, как владыке мира. Адам сотворен как царь, увенчанный славою. Славою и честью венчал его, сказано в псалме, который мы только что прочли. И вот интересно, славою и честью венчал его, кто присутствовал или сам был венчан таинством браковенчания или присутствовал на венчании, помните, как трижды благословляет священник жениха и невесту и обращается к Богу: «Славою и честью венчай их! Славою и честью венчай их!» В этом таинстве, в этот момент, еще в один, мы замечаем, как человек призван вернуться в свое изначальное достоинство, его в себе поднять даже над своей смертностью, над своей греховностью, своей ограниченностью, не дожидаясь, пока Господь вернет нас в жизнь вечную во втором пришествии своем и будет судить нас, что еще неизвестно от нас останется, когда Господь нас будет судить. А вот теперь, пока мы живы в этой жизни, мы должны помнить, что славою и честью венчал Бог человека изначально, и важнейшим, что является в нашей жизни, можем это в себе восстанавливать. Сейчас, может быть, не время, мы говорим о книгах Ветхого Завета, о книге Бытия, подробно обсуждать, что значит возвращение в подлинное достоинство человека, когда человек становится ответственным супругом,
мужем или женою. Но в этом же таинстве браковенчания, когда, вы помните, надеваются перстни на руки тому и другому, а перстень – символ власти. Когда блудного сына принял отец, он даже не дал ему договорить заготовленную речь. «Отче, недостоин называться сыном твоим», этого тот не успел сказать. Отец сразу обнял и принял его, велел дать ему те царские одежды, которые были разодраны в бесчинстве этого человека, этого сына. Обувь и надеть перстень на руку его. Это все знаки царского достоинства, и перстень, и обувь. То есть мы, конечно, прикровенно в этой притче о блудном сыне читаем о возвращении человека в его достоинство владыки мира. Так вот, именно это содержится в том даровании владычества над миром, которое получил человек при сотворении своем. Итак, в чем же состоит образ подобия Божьего в человеке? Вот именно в этом, во владычестве над делами рук Божьих. Власть предполагает ответственность, а значит и свободу. Свобода выбора – дело тяжкое, как мы знаем, поэтому с такой опаской мы позволяем детям, когда уже пора им быть ответственно, и мы вынуждены признать их свободу, позволяем им поступать по их разумению, по их выбору, боясь, что будет как-то плохо, или даже заранее предугадывая, как именно плохо будет. Но мы исказим всю жизнь человека, если привяжем его к себе, и он так и не познает свободы. Так и Бог. Он человека делает свободным изначально. Свобода – это один из важнейших признаков богоподобия. Для того, чтобы быть человеком, владеющим миром, человек должен, конечно, научиться владеть собою. В этом состоит вся, так сказать, задача жизни человеческой после грехопадения. Но если вернуться вот к разговору о власти, которую Бог дает человеку, которую человек потерял, он, мир перестал подчиняться человеку. Он стал для него недружественен, опасен. Когда человек владел миром, был ему отцом, как сказано в книге «Премудростей», то эта власть была властью любви. Ведь помните, Бог дал человеку возможность, право, поручение, так сказать, дать имена всей твари. Что значит дать имена? Это не выдумать название на том или ином языке. Это значит познать сущность явлений, сущность вещей, к которым обращается Адам. И дать имя значит познать сущность. Так вот, именно эта способность познавать сущность вещей с грехопадением потеряна. Она может вернуться, она может вернуться только когда человек вернется в совершенное богообщение уже после второго пришествия. Однако некие опыты возвращения мира в такому благому подчинению человека мы можем наблюдать, узнавать об этом из житий святых, как, скажем, дикий зверь покорялся тому или иному преподобному безо всякого насилия над ним. Само же понятие власти исключительно важно, не только в Ветхом Завете, но и в Новом. Помните, как говорит евангелист Иоанн в первой главе Евангелия от Иоанна: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими,
дал власть быть чадами Божьими. Но как-то говорили, что это может означать дал преимущество, возможность. Но все-таки сказано власть. Значит, в этом преимуществе есть некое, так сказать, обретение силы человека стать чадом Божьим. Итак, шестоднев имеет в контексте всего Священного Писания смысл значительно больший, чем просто рассказ о сотворении мира поэтапно. Это пророчество о начале и цели всего существования. Можно употребить именно это слово «пророчество» в том его значении, которое свойственно Ветхому Завету – прозрение. Как возможно для пророка прозревать будущее, которое еще не наступило, как, скажем, в Откровении Иоанну Богослову, так возможно пророку прозревать прошлое, ну, скажем, пророку Моисею, прошлое, доисторическое, прошлое до грехопадения, которое недоступно рациональному восприятию, но которое пророку открывается в некоторых образах, именно эти образы, переданные им в начале Завета. Интересно, что вот в таком повествовании о начале и о завершении усматривается цельность, как бы симметричность всего Завета. О том, какова картина жизни человека и как смысл этой жизни прослеживается в Ветхом Завете после грехопадения, после изгнания человека из рая, потолкуем в следующей беседе, до следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.